Очень интересная тема насчет водородной энергетики. Очень интересные дискуссии там проводятся. Мы тоже были рады послушать деловые общения с другими компаниями, про сотрудничество и про все остальное, водородная энергетика, как другие компании относятся к этой деле. Ну, в общем смысле производство водородной энергетики. Потом, не знаю, транспортировка, потом хранение. Каждая компания есть свои мысли, свои планы. И это не только для нас, это в общей форме даже актуально.